Хай, и это пятый выпуск Кули Вани. И сегодня у нас драники, но не так, как мы привыкли. Картошка. Еще одна. На нашем случае. Банка кукурузы. Бекон в нашем случае. Надо говорить громче, чтобы зрители видели, что мы делаем. Отец, если ты еще раз кинешь мне пакет с сыпучей массой, я тебя уничтожу. Яйцо! Спасибо, что это не кинул. А также сахар, соль и перец. Кто вытащит сей нож из картошки, тот и станет королем кулинарии. Сейчас мы будем резать картошку. Сначала на дольки. Потом на солому. А потом уже на мелкие квадратики. Раскладываю, чтобы не было по длине ножа. И сейчас также мелко нарежем лук. Мы засыпали лук в картошку и сейчас засыпаем туда еще 5 ложек кукурузы. И сейчас, вегетарианцы, промотайте, потому что мы будем резать бекон тоненькой соломкой. Тоненькой соломкой, тоненькой. Кто за то, чтобы вырезать отца, напишите об этом в комментариях. И сейчас мы бекон кладем в остальную смесь. В эту смесь мы добавляем по очереди яичный желток, 50 мл воды, лук и 5 с горкой столовых ложек луки. Добавляем соль. Добавляем перец и перемешиваем. И сейчас мы разогреваем сковороду на растительном масле. И сейчас по столовой ложке будем выкладывать тесто на сковородку. На этом подходит к концу. Это был пятый выпуск Кули Вани. Мы готовили драники с кукурузой и беконом.